Сегодня сейчас 6 утра. Вот это любимое слово нашего друга. Сейчас вышли из квартиры, знаете, кого встретили. Все цветное, все. Сегодня праздник же, что? Я знаю, что праздник же. Какой праздник-то? День детей. Красава. Смотри, они здесь вообще такие типы. Здорово. Вон еще один. Вот еще кот. Нам вчера сказали, что пешеходов здесь не штрафуют, можете ходить где хочется, но их также не пропускают, так что сказали, будьте аккуратнее. И мы решили пойти во все тяжкие. Во все тяжкие. Ты чё, охерел? Срочное включение с важной инфой. Я выяснил, что туалет метро стоит 1 лиру, 15 рублей. Отключаюсь. Немного инфы по поводу детского дня. Детский день приняли в 1920 году, принял его Ататюрк. В 1978 году он стал международным детским днем. В Турцию приезжает много детей из-за границы, и живут они не в гостиницах, а именно, как здесь говорится, у турецких родителей. Также проходят большие праздники в школах, в маленьких городах проводятся парады школьные на центральных площадях. И самое интересное еще, в этот день дети занимают должности и мэров, и какие-то руководящие должности высокопоставленных чиновников. О, смотри, какая тачка. Бомбосфор. Да. Вообще нереально атмосферно. Просто каким вы хотите маршрутом пойти гулять? Антон, а давай потеряемся в городе и будем гулять туда, куда глаза глядят. Мы знаем, что мы хотим в голубую мечеть, она там. Голубскую башню, вон она, красота. А что тут? Рядом с голубой мечеть, а я сухие. Ну это понятно, все, что вокруг там. Мне это немножко устанет, да? Мне самое главное добраться до Марио и пожарить шавухи у мистера Марио. Любить кофе Уолтерс. Да. Ребят, здесь не только кошки кайфовые, но и собаки тоже. Ну, друзья, конечно, грязно в Турции. Очень. Очень-очень грязно. Вот, смотри, гоняют друг друга. Вот папку бы сюда, он бы тут ух, порыбачил бы со всеми. We'll be right back.
Они здесь все такие дружелюбные. Девочка, мой дружелюбный какой. Снежок будешь? Снежок. Ро, Снежок. Антошка. Ты Снежочек. Снежок красивый. Китти бы тебя забрали. Вот. Заберем. Такой дома жить не сможет. Еще пара преимуществ от Istanbul Card. Первый проезд идет 2,60. Если ты последующий катаешься, то он каждый раз дешевле. Но если вы проходите вдвоем по ней, то следующий, допустим, я пропускаю Вику, она идет дешевле. А я прохожу по изначальной цене, но все равно это экономия. Также по Istanbul Card можно ходить, как ни странно, в туалет. А туалет 1 лира. И Istanbul Card, он и на автобусы, и на паромы, вроде везде можно расплачиваться только им. Универсальная карта проезда здесь. О, может, кальян покурим? Серьезно, сейчас? Вон, нельзя целоваться или что? Или там нельзя мужчина и девушка? Вон там картинка. Просто нереально круто. Хотели сейчас попробовать турецкую кальян. 25 лир кальян. 25 это что, 300, 600, 700 рублей, Вик? Что, дорого, что ли? Что, мы посчитали, что дорого. А сейчас что-то я... прикинул, возможно, это не слишком дорого. Возможно, мы сейчас пойдем и вернемся и покурим. Прогулялись, посмотрели, что кальян местами-то и 35 стоит, и, видимо, дороже. Так что решили вернуться обратно и покурить кальяш. Ну ладно, говорят, турецкий чай хорошо утоляет жажду. Этого должно хватить. Стоит этот чай 3 лиры. Пахнет как обычный цейлонский. Когда обычно из пакетика. Мы с тобой, да. Без палева. Я ничего не понимаю. Май! Каждого кота останавливаемся уже 3 часа, 150 метров пройти не можем. Сейчас находимся в Султан Ахмед. Он закрыт на реставрацию. Пройти везде не получается. Мы не сделали еще две вещи. Мы не попили кофе настоящего турецкого. И второе, нужно обязательно купить гранатовый сок.
Стамбуле еще очень удивительное отношение к животным и животные сами по себе. Вот пример. Вот какой красавец. Базара, но уже прошли по торговому райончику. Очень много частных магазинчиков, частных лавок. Идем, а то только из туристов, только мы там пришли. Все продавцы выходят, но никто не пристает. Все просто выходят и смотрят. Да, посмотрели, чем там живут. Гранд Базар. Выбрались из Гранд-Базара. Безумный лабиринт. Но на выходе мы все-таки поддались попробовать турецкие сладости. Понравилось нам какой-то рахат лукум с корицей. И попробовали турецкий кофе. Маленькая-маленькая чашечка. Сказала, что слишком горько. Но оно было очень вкусно. Он, видимо, для мужиков. Для мужиков. Сейчас проходили одну кафешку, нас зазывали. Водочка. 75 рублей. Одно, да? Ну, Ван, одно. Держи. Эмирю! Опа! Кетчуп из фри. Опа! Опа! Where is this? Okay, I'm gonna mix. Good on. Okay. Good on. Good on. Hop. Hey, круто. Good on. Нельзя же увидеть такое и самим не поучаствовать, не попробовать. Вкусно? Очень. Ну, такое тягучее. Вообще, подожди. Сейчас пойдем пешком вон туда, на Галатскую башню. Все эти пробки и трафик, я помню Витину просьбу: Антон, да давай возьмем тачку, поедем со Стамбула куда мы хотим, нафиг этот самолет, автобус. И я тут смотрю и думаю, блин, да я бы лысый и седой остался бы одновременно, блин, с таким движением. Стамбул прям сильно пестрит своими колоритами. В одном месте футуристические какие-то современные здания, в другом исторические, прекрасные, а в некоторых прям трущобы и все разрушено. Все это буквально, ты просто можешь пешком ходить и все это увидеть. The umbrellas must be in here somewhere else. Они вот... Maybe it was there before, maybe they take the umbrellas
I'm not sure. You understand? Не видишь? Я мистер No. Я всегда говорю No. Сейчас немного расстроились. Пришли на Umbrella Street, где улица с зонтиками. Но их все убрали. Не сезон. Но здесь потрясающая прогулочная улица с кафешками. Просто попросили парня показать, он увел нас сюда, очень далеко мы шли, и говорит, он говорит, она здесь, ну типа, все закрыто, ребят. Безумно крутое место, но есть большое, огромное, но оно заключается в огромной. И аж туда огромной очереди. Поэтому, наверное, мы пропустим это место. Пойдем куда-нибудь дальше гулять. Сейчас мы держим путь к мистеру Марио. Хусейн нам говорил, что этого парня больше знают в России, чем в Турции. Пойдем попробуем. Thank you. Что можно сказать по поводу шаурмы у Марио? Это реально обалденная шавуха с рыбой. Много специй острых, с луком, с перчиком. Огонь вообще. Именной? No, именной. Спросил именной, no. Не едет в именной. А какой едет? Так давай сейчас покажем. Иди показывай. Да, thank you. А ты что? Excuse me. Vatican, yes. Yes, thank you. Блин, сейчас все места просрали. Вкусно? Серьезно? Да. Масло. Да кушай, вкусно. Очень мне понравилось. Взяли? Thank you. Вкусно же было, ну чего ты? Ты будто съел много червяков. Это рис был, дурочка. Это был рис? Она с рисом. Да, гранатовый сок не то, что у нас в баночках продается. Это очень вкусно. А, тема. Пешеходом здесь в Турции реально, ты можешь идти здесь по проезжей части, тут по проезжей части. Ты главное вовремя отойди, чтобы тебя не сбил. Тебе даже посигналят, так слегка бибик и все. Никто там не наругает, не наругает. Эй, козел, ты где прешь? Здесь такого нет. Ебас. Скоро вот-вот где-то здесь Уолтерс кофе. Побывали в Уолтерс кофе,
место вообще гиковское, крутое. Много народу, молодежи. Все очень круто оформлено. Но я переубедил Вику пробовать, как всегда, латте. А мы заказали как? Не знаю, что это. Забыл. Забыл, как называется. Кофе с шоколадным мороженым. И, блядь, просто кинули шарик мороженого, залили одной чашкой экспресса, и все, весь кофе. Вике он показался вообще отвратным и ужасным. Мне как бы вкус понравился, но жажду я не утолил, потому что был очень маленький объем. Я же говорю, что нельзя запилить влог и не попить кофе.